Бесплатную приватизацию жилья могут продлить еще на 2 года. Такое предложение высказал президент страны Владимир Путин. Напомним, пока оформить в собственность квадратные метры россияне могут до 1 марта этого года. Чем меньше остается времени, тем больше ажиотаж. В самарском БТИ к небывалому наплыву посетителей оказались не готовы. Очередь там занимают с 4 утра. Если предложение главы государства поддержит Госдума, приватизировать жилье можно будет до 2015 года. Я слышал, что хотели сделать даже бессрочную приватизацию. Вот это было бы хорошо. Люди действительно делали приватизацию тогда, когда им надо. А не так, чтобы это было. Это происходит какое-то насилие. Вот человек не уверен, нужна она ему, не нужна, но он это делает. Конечно, толк был бы и особенно для людей. Ну что сейчас вот мучаются люди? Не спят. По очереди отойти. Вы посмотрите, что сейчас творится. 2000 только здесь, вот в этом закупке. А что будет потом, в марте месяце? Мы вообще ничего не знаем. В конце 2015 года, когда срок будет истекать, скорее всего, будет то же самое. Люди у нас такие.